массаж ног. Это вот как вы делаете, да, вот я тоже поделаю. Гантель, Егор, ну вот без разминки в юном возрасте лучше не надо. Егор, да. Раздеться сначала надо. А что какие ремешки? Какие? Вот эти. Гантели. Это гантели. А сколько они весят? Не знаю, по несколько килограмм, не очень тяжелые. Но для вас, да и для меня, что для вас, и для меня они тоже такие нормальные. У нас же есть прям маленькие, а есть побольше. А гири, вот эти стоят две черные, они весят по 16 килограмм. Это раньше в старину называлось так пут. Пут. 16 килограмм. Вот смотри, если один пут 16 килограмм, то 2 пуда это сколько? Егор, не надо, братан, пожалуйста. Ну погоди, один пут, вот один это 16 равняется, а 2? 16 плюс 16. Гигабайты. Какие гигабайты бывают? Да он вообще 16, а следующий. 16 плюс 16, хорошо, 10 плюс 10 сколько? Вот это посчитал. 10 плюс 10. 20. 20, да? 1 плюс 1. 2. Ясно, молодец. Это тебе Егор подсказывает, да, и ты повторяешь. Это, парни, пожалуйста, сдвиньте снаряжение, Егор, Иван, сдвиньте снаряжение сюда просто, да. Отодвиньте. А здоровее вот эти. А зачем тебе здоровее? Не, просто спрашиваю. Положи вот сюда, к гантелькам положи. Есть здоровее. Не-не-не, вот. Вот сюда, на пол, да. И на температуру пойдем. А я сюда тоже поставь. А зачем тебе здоровее? Ну просто поднять я смогу, нет их. Покрышку попробуй поднять, 100 килограмм весит. Нет. Ну чуть-чуть же приподнял. Тебе надо размяться и поднимешь. Егор, спинку прямо. И Егор чуть-чуть приподнял. Не-не-не, прямо наоборот, не округлять. Вот так ты округлил, а вот так... Это когда мы... Потому что с батей просим тебя прямую спинку держать стойки на руках. Да. Вот, тоже приподнял. Вот, все вы можете. Все, разминайтесь. Скоро понесете на своих плечах ношу и ответственность мужского образа жизни. Это очень тяжелый выбор. Парни, родиться мужчинами это очень трудно. Этим надо гордиться. Да? 3 плюс 3, Иван, сколько? Не знаю. 6. Да хорош, ты че, брату? 6. Хорошо, ничего. Так, ладно. Ну, я сказал, 6. Ты молодец. Так, хорошо, Иван, у нас будет чем заняться. Ты второй мальчик, кого я вижу здесь, у кого трудности с математикой. С первым мы научились считать, помнишь, с кем мы до 50 учились? Сначала до 10, до 20 с Мишанькой учились считать, не помнишь? Я сегодня, значит, с тобой будет. До 100 умеешь? Все, Иван, давай, распрыгивайся. Там не 100, 200. Так, Егор, я к бабушке. Он будет здесь 100%. Че, Егорыч, да, пойдем, конечно, куда что уйдешь с Иваном вместе, да, на тренировку, пойдем температуру померим. Вань, пойдем. Так, а Иван. А что, ребята остальные подтягиваются? Посмотрим. Давай, громко, отчетливо, фамилия, имя, отчество. Ветров Егор Сергеевич. Ветров Сергей Егорович, да? Ветров Егор Сергеевич, молодец. Егор, как самочувствие? Хорошо. Хорошо, молодец. Я не нашел эту песню, которую мы в субботу говорили. Найдешь. Давай, фамилия, имя, отчество, громко, отчетливо. Саламатов Иван Алексеевич. Иван Алексеевич, как самочувствие? Нормально. Хорошая? Да. Все, молодец, браток, давай на разминку. Только с оценкой мне не нравится. С акцентом? С оценкой мне что-то не нравится. А что случилось? Ты двойку получил? Две двойки. Это сколько? 2 плюс 2 и сколько? 4. Во, молодец. 2 плюс 2 знаешь, да? То есть две двойки, это ты кого четверку получил? Блин, братан, а почему двойки получил? По какому предмету? Списать, написать его, да? Давай, прыгай, если научимся. Просто, ну, чтение, литературное чтение, там, у меня книги были нарисованы. Там дорог, дорог. Все говорили, Лев Николаевич Толстой, я сказала, Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич Толстой. Говорили и печатали. А я его в шутку называю Толстым. Ну не надо так обзываться. Егор, а ты в первом классе учишься? Да. А ты, Иван, в каком? В пятом. В пятом? Блин, Ром, раздевайся, поздоровайся со всеми, Роман. А бывает, зачем мы достанем? Тренироваться. Че, Ром, говоришь? Давай с ним поздоровайся.
А, ну ты раздевайся быстрее и со всеми поздороваешься еще раз, и все. Иван, не отвлекайся, брату. Поцарапали. Ну, поцарапали, ребят, все за него. А ты ж поэтому и поменял его, подарил, да? Чтобы его можно было заниматься. Или ты хотел, чтобы мы его под витрину, под стекло поставили, и никто его не трогал? Да не, нормально. Ну, так-то странно, да, если бы у нас не было бы на чем заниматься. Вы 50 раз распрыгивались и поехали, да. Роман, пойдем на температуру. Роман, громко, отчетно, фамилия, имя, отчество. Роман Петрович. Молодец, Роман Петрович. Как самочувствие, Роман? Отлично. Сегодня будешь поведение хорошее, как постараюсь, всегда, да? Постараюсь. Не постараюсь, а обязательно. Обязательно. Молодец. Че, Иван, разминка. Помнишь, Вань, тебе надо сейчас делать горку-впадинку 20 раз. По 20 раз. Егор уже начал делать. Тренировку надо снимать крест? Зачем? Ты можешь его просто спрятать под футболку, чтобы он нечаянно не оторвался. Вообще, я приветствую и советую ребятам, если девчатам, если есть какие-то обереги, украшения, то лучше убрать в карманчик, чтобы цепочка не разорвалась. Кольцо убрать в карманчик. Но это если кто хочет. Есть сережки носят, это опасно. Если вы обращали, может быть, девочка Дарья Александровна, вот, она снимает украшения, потому что это может пораниться. Я видел мальчика одного, который, ну парень взрослый, вернее, он перелазил через забор и кольцом попался за верхушку забора. И чуть палец не оторвало, поломался палец. Это ужас. Все, давайте, парни, на разминку. Вань, ты уже распрыгался, брат, давай, горку-фадинку. А будет сегодня сальтухи, если... Конечно, будет все, только надо себя вести хорошо. Ром, там больше никого не было? И вы будете заниматься, только не надо. Вы даже, есть ребята, они даже в единоличном нахождении, они умудряются что-нибудь накосипорить. То есть он один занимается, и он что-нибудь сотворит, что будет отжиматься. Я говорю про то, что если кто-нибудь придет, мы втроем будем, то, скорее всего, Ваня, Егор и я поселим все матрасы на большой, и именно все матрасы, чтобы Егор смог завести Ваню. Да как захотите, Ром, только надо себя вести хорошо. Но я приветствую, когда много ребят занимается. И, Роман, не отвлекайтесь, пожалуйста. Парни, Егор, не отвлекайтесь, пожалуйста. Иван. Ром, постарайтесь, Егор, не балабольте, а делайте упражнения, Роман. Сейчас отжиматься будем. Все же любят отжимания? Все, я тоже люблю отжимания, и вы любите. Это хорошо. Иван, не залипай. Я вам даже специально музыку спокойную включил, чтобы вы поделали упражнение в спокойствии. А повеселее? Погоди, повеселее чуть попозже. Это больше для разминочки надо. А потом повеселее? Потом повеселее, конечно. И даже, наверное, если случайный выбор на телефоне даст команду, то попадется песня, которую ты спрашивал. У нее только название очень странное. А мне нравится песня. А, Продиги? Да. Если и случайный выбор, если парни. Я же ставлю на случайный выбор, и он сам нам песни дает. Можешь сказать, какая следующая песня? Не знаю, он не показывает. Он показывает сейчас, который играет. Это же YouTube. Это не аудиопроигрыватель, это на YouTube. Делай, Иван, делай. Диджей Циклоп. Ну, может быть, другая какая-то была песня. Посмотрим, не переживай. Это название странное. Даров. Давай. Разминаемся. Иван, сейчас отжиматься, брату, будет. Ну, потерпи с вопросом. Ты запомни, что хотел спросить, и спросишь. Серафим, поймем температуру. Угу. Давай, фамилия, имя, отчество, громко отчетливо. Маслаков Серафим Александрович. Как самочувствие, Серафим Александрович? Хорошо. Хорошо, молодец. Все, давай, на разминку. Завтра, парни, ожидается очень много, минусовая температура большая. Ром, ты еще на одной руке и одной ноге не сделал. Минусовая? До минус 14 ожидается. Это мороз?
Ты, Роман, не сделал на одной руке и одной ноге. Я забыла. Надо делать. Это мороз, да, минус 14 мороз. Иван, молодец, можно поплясать, но надо делать это. Хорошо, надо плясать, надо двигаться, да, надо, чтобы у вас энергия двигалась. А эту энергию, которая внутри вас двигается, вы ее выражаете на движении тела. Зачем? На службе. Роман, зачем туда ушел? Я должен видеть вас всех здесь. Если нет, сюда, убери желток к стене и делай. Желток к стене отодвинь и делай. Вы должны быть все перед моими глазами. К стене, Роман, к стене, братан. Молодец. И делай, делай, спокойно действия делай. Ни на кого внимания обращайте, занимайтесь, делайте. На одной руке, одной ноге, Роман. Прям на одной ноге и одной руке. Ножку подними одну. Да, надо пробовать. Вот потому что это упражнение пропускаешь, поэтому не получается. Надо пробовать. Это очень трудно, но надо делать. 10 раз на одну сторону, 10 раз на другую сторону. Иван, не отвлекайся, пожалуйста. Ты тоже, Вань, на одной руке и одной ноге не сделал. Нет, не сделал, не обманывай. Роман, пожалуйста, на исходное место встань, где ты был. Не шоркайтесь, парни. Я же просто стать. Ты делай, делай, ты делай. Меньше движения по залу, больше движения телом. На одном месте. Потом споете, да, эта песня такая, видишь, она на индийском языке поется. Медленно, специально, чтобы вы дышали и внутрь себя посмотрели. В глубину вашей души. Да, Ливан, у вас хороший шоу. Серафим, а что ты в субботу не приходил? Я понял. А ты что там в стороне? Ну-ка иди сюда. Ты что там, я не понял, у двери. Вам вас распределить, что ли, всех? Как надо делать? Ну, делаем, парни. Друг другу не мешаем и спокойно делаем. Шалада. Делаем, делаем, парни, делаем. Быстренько все сделаем, быстренько, быстро и четко все сделаем. Ну-ка, сейчас какая следующая песня включится? Стойку на голове не разучился. Сейчас будем делать. Сейчас научимся, все сможем. Зачем мне учить, если я умею? Он сказал, не разучился. А, не разучился, а мне послышалось стойку на голове. Да, я разучился. Вы сначала набор действий доделайте, пожалуйста. Стоп, стоп. Давай, давай, давай. Ты что, Диман, как первый раз разуваться там? Юр, обувь ставь туда прям. Обувь ставь у Юра. Обувь ставь в деревянную тумбочку. Убирайте. Парни, вы все убрали обувь в деревянную тумбочку или бы дальше к стене? Сейчас, если чья-то обувь будет не убрана, буду ругаться. Парни, а теперь вернитесь и каждый свой обувь расставьте вдоль стены, пожалуйста. Не постесняйтесь чью-то другую обувь помочь поставить. Все, быстренько поставили, бежим дальше на разминку. Просто когда толпится возле входа обувь, чья-то мама придет, или бабушка, да, или дедушка старенький, и может не заметить и наступить нечаянно на чью-то обувь, и обувь повредить. Или споткнуться и упасть может человек. Ну зачем на бетон падать? Роман, не разговаривай, Роман. Потерпи, Ромыч, потерпи. Ты делай упражнение, потерпи. Не, я его опускаю.
Потом. Вы потерпите, потом все вопросы зададите, ладно? Юрец, он приходит в те дни, когда вас нету. Так иногда. А он еще дома помогает маме. За братом ухаживать. Правильно, Юр, да? Иван, не залипай. Егор, ты куда-то прям к покрышке. Ты ее хочешь забороть, покрышку, полз, да, к покрышке. Роман, тоже чуть-чуть. Ну да, съезжайте, я согласен, да. Есть, кстати, техника переползания. Ну, например, да? Вот и как я делал, когда я надулся. Ну, практически. Я хотел вот так. Да, но только там надо по-другому. Надо распластаться. Прям распластаться полностью по земле. Да, и переползать. Ну нет, это чуть-чуть не то. Практически, да. Я к тому, что иногда бывают ситуации, когда над головой камни свистят или еще что-нибудь, иначе не очень быстро, либо вниз лицом, либо спиной. Юрец, пойдем на температуру, там не надо прыгать, вы должны прыгать, вот здесь на зеленом полу все уместится. Зачем? Вот конечно. Вот так? Да, продолжаем разминку. Громко отчетно. Юрий Алексеевич. Молодец. Как самочувствие, Юрий Алексеевич? Хорошо. Все, продолжай заниматься. Здрасте, здрасте. Диман, пойдем на температуру. Громко и отчетливо фамилию, имя, отчество. С вами Дмитрий Александрович. Молодец. Дмитрий Александрович, как самочувствие? Нормально. Молодец. Все, на разминку. Парни, в темпе, мостик. Здрасте. Егор уже перешел. Здрасте, здрасте. Стоп, вернись, разуйся. Нет, не там. Да.